anywhere in the world. На старт. Я стартовал участники первого финального забега. И в этом случае, вот посмотрев состав второго финала, шанс у них один. Быстрый бег с первого и до последнего места. Шанс один, это быстрый бег по дистанции. Мы сейчас вот посмотрим первые 300. 44,44. 372 номер, это Андрей Кузин из Калуги провел. Но должен сказать, что вот этот темп, это на 3,45. 59 секунд первые 400 метров. Но если предполагают участники этого забега, что с результатом 3.45 можно выиграть кубок страны, то так вот и пойдет и дальше. Сейчас останется по-прежнему калужане лидирует, и по-прежнему никто не хочет выйти вперед, чтобы добавить в этом забеге скорости 1.46 до 800 метров до финиша. Сейчас посмотрим 800 метров. Я напомню, 59.5 первый круг. От 1.59 должно быть 3.01.6. Темп упал. Темп упал, и боюсь, что это уже хуже 3.45 будет. Поэтому, если хотят занять, ребята, высокое место, а во втором забеге хорошие имена, надо ускоряться, надо терпеть. Отметка 1000 метров приближается. 4 человека начинают побег от основной группы. Две 32,5 секунды на 1000 метров. Андрей Русаков сейчас на третьей позиции, а у лидеров ничего не меняется. Виталий Хмелев и Андрей Кузин. Русаков достает доминирующий дуэт. Но сейчас на круг до финиша будет интересно. Андрей Русаков. 1200 метров, но вверх он сейчас бросает вперед, предстоит в Удмуртии. 314 номер Виталий Хмелев совершает просто такое финиш ускорение на этой 100-метровке обрывается. 200 метров до финиша, 3.17 на секундомер. Тактически, конечно, удмуртский среди безупречно построил эту гонку, но за забегом 102 будет еще один 100 метров. Итак, Республика Удмуртия, Виталий Хмелев выигрывает первый финальный забег и фиксирует стрелку секундомера 3 минуты 46 и 58 сотых. Еще раз повторюсь, что тактически безупречно бежал спортсмен из Удмуртии, но думаю, что 3.46-58 для победы на Кубке не хватит. Второй забег готовится.